Новая школа в Красноярском микрорайоне «Солнечный» появится через 3 года. Правда, площадку, где первоначально собирались строить учебное учреждение, пришлось сменить. Об этом на встрече с жителями рассказал глава Советского района Андрей Коротков. Дело в том, что разместить школу на 1280 человек на прежнем месте оказалось невозможным. Она слишком большая. Поэтому власти решили перенести объект, но всего на 150-200 метров в сторону. Теперь учебные заведения будут возводить не во дворах новых домов, а рядом с ними. Сейчас в густонаселенном Солнечном всего 4 школы, а учеников практически на 2000 больше, чем существующих мест. По подсчетам специалистов, чтобы закрыть потребности района, нужно как минимум 2 учреждения. Кроме того, в ближайшее время здесь также появится новый детский сад. Его строительство уже началось. На самом деле ситуация складывается следующим образом. Садик будет на том месте, где и планируется. Новая школа будет спланирована, перенесена на другое место в связи с тем, что там участок недостаточно по размерам, чтобы вместить школу. Самое главное понимание есть, что в 2020 году мы уже будем проектировать и начинать строить эту школу. То есть в 2021 году школа появится.